Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в игру под названием Landmark. Эта игра похожа на Minecraft, но, как мне кажется, будет намного интереснее. И сегодня начнем с создания персонажа. Так, да, кстати, сниму одно видео, как купить эту игру в 3 раза дешевле по сравнению с нынешним курсом. Ну, наверное, это не очень такое интересное, как неинтересное, как сказать-то... Ну, так скажем, все могут до этого дойти, но придумать это как бы, да, это не придумка, а просто в разных местах, если купить в другом месте, то будет дешевле в 3 раза. Так, ну давайте начнем с создания персонажа. Я введу имя. Вот, не буду ничего придумывать. Так, human, large human. О чем разница? Этот качок, а этот не качок. Но я, конечно, буду large human. Face. Ага. Он меняет. Понятно. Так, какой лучше? Так, ладно, наверное, сейчас я поставлю на паузу. Если вспомню, какую кнопку она ставится у меня. И потом, когда создам персонажа, в конце я покажу. Так, вот такой чувак у меня получился. Тут меняется только лицо и тон кожи. Так. А, ну и размер человека. Так, давайте зададим. Sorry, that name is already taken. Это имя уже занято. Ну, давайте тогда, ну, не знаю. Так вот. Ололег. Ололег, ага. Так. Так, что это? Negative selective world. Acclaims. Low. Satisfaction. Давайте Satisfaction и EU. EU это Европа, наверное. Ну, не наверное, а точно. Попробуем. Так, он не активен, показывает. Ну-ка. Смогу ли я присоединиться? Games are locked. Окей. Так. Как мне тогда? Так, а как мне тогда найти мир? Ладно, сейчас попробуем паузу поставить, посмотрим. Ну что, ребята, игра запустилась. Вот не знаю, сейчас немножко она что-то подвисает. Пока запускается, не знаю, только вошел на сервер. В общем, подождал, сервер включился. Так, и вот я зашел. Так, какое-то построение вот тут возникло. Резко, неожиданно. Так. Наверное, прогружается мир. Да, вот. Все вроде нормально. Так. Что за фигня? Что такое? Довольно прикольно. Так, чат тут светится. Куда бы его засунуть? Вот здесь вот пока оставлю. Так. А что тут можно сделать? Adventures Peak. Крафт. Так, у меня есть инструменты. Меч, кирка. Ну-ка, кирка. Что-нибудь можно копнуть где-нибудь? Так, давайте вот здесь что-нибудь попробуем скопать. Так, чье-то здание. Так. Game settings. Хочу сейчас кое-что посмотреть. Видео. Medium. Ладно, пока так поиграем, посмотрим, может. Может нормально еще будет. Так, 2. Так, и пойдем где-нибудь что-нибудь скопаем. Ну, например, вот это что такое? Так, это, как я понимаю, медь. Ну-ка, как открыть? 6 to claim a pilot of land. Так. Materials. Так, это что такое? Это флаг какой-то. Settle flag. Флаг. Так, землю тут можно, я как понимаю, уже выставлять. Так, закрывается на escape. Так, окей.
Чё тут можно? Это можно копать? Ага, копается. Чё тут можно, интересно, выкопать? Ладно, так. Так, сейчас, секунду, добавлю исключение эту программу. Так, продолжаем. Хочу сейчас подняться вот по этой лестнице наверх. Так. Это не так-то просто, скажу я вам. Так, 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 давай поднимайся. Так. Что это у нас такое тут интересное? Так, что-то довольно-таки... Так, здесь я ничего не могу копать. Видать, заприваченная территория или что-то в этом роде. Так. Как открыть инвентарь, интересно? Так. Выйдем в свет. Так. Это что? Это темплейт. Темы какие-то. А, вот инвентарь. Угу. Так, что у меня есть? У меня есть вот эта кирка. Так. Как ее куда положить можно? Вместо топора. А, может, вот так можно? Ага, во, отлично. Так, attached claim expansion. The number of attached claims you can place by one additional claim. Ага. Так, понятно. Что ничего не понятно. Claim flag. Claim the world. Ага. Чтобы назвать мир. Так, это что? Ага. Так, dirt, sand, snow и так далее. Так, всякие материальчики тут. Ну ладно. Так, а как можно посмотреть, кто тут играет сейчас? Так, это что? Это карта. Ух ты, здания тут какие. Тут кто-то играет иногда, похоже. Так, мне не нравится этот биом. Тут есть, интересно, какой-нибудь другой биом. Какой-нибудь покрасивший, что ли. Какие-нибудь леса или что-то в этом роде. Так. Ну, видать, нету. Ладно, попробуем чуть-чуть поиграть тут. Так, давайте два. Вот так. И где-нибудь сейчас засядем. Так, не раз подымется он по этой горе. О, он там. Анимация даже прикольная. Так, 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 так. Давай, 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 поднимайся. Пам-пам-пам-пам. Так, а тут довольно-таки прикольно. Башня какая-то. Так. Ага. Вон там дом какой-то. Сейчас пойду туда, посмотрю, что там есть. Может, что-то интересное найду. Уху! Надеюсь, я не разобьюсь. Ага. Отнимается жизни. Ох, тут он еще и плавает. Так, только я, блин, не умею управлять. Пока он плавает. А нет, теперь умею. Так, а чтобы нырять? Так, ладно, непонятно. Ну, чтобы, короче, всплыть на поверхность, это пробел. Так. Чё это за дом? Так, это что такое? Sheriff's claim, welcome. Ага. Ч-
действительно. Показалось, что это чей-то дом. Хорошо. Дом так дом. Окей. То есть мы находимся на его территории, он нам сказал. Хорошо. Так, немножко подлагивает. Но это надо комп прокачивать. Да, у меня уже довольно старенький компьютер, поэтому плохо тянет. Ну, посмотрим. Ой, я, кстати, добежал до лесу. Ну, сейчас мы тут где-нибудь поселимся. Например. Так, а это что? Вот это что такое? Здесь это ничего плохого не будет, если я сюда зайду. Так, что-то как-то далеко я отодвинул камеру. Во. Что это такое? Что с этим делать? Ну-ка, Е никак не использует. Ладно. Окей, оставим пока. Так, это что такое? Не показывает. Ага, вот. Треллумс клан. Клейм. Клейм это на. То есть запривачная территория, как в Майнкрафте пишут, слэш клейм. Так, и тут, только тут это уже. Клейм это уже обозначает территорию. Так, а чё это, куда это я свалился? Так, отсюда мне просто так не выпрыгнуть. Так. Давайте попробуем срубить хотя бы дерево, что ли. Для интересу. Так, ну, три. Оп. Вот так вот. О! Ну давай, руби. Короче, надо щелкать, чтобы он рубил. Окей. Сейчас мы возьмем эту кирку, попробуем что-нибудь сломать. Так. Вот это, кстати, прикольная гора, но там тут уже построился. Ага, вот эта кирка, можно, кстати, рубить эти деревья. Так, а что это такое там? Вот это, что это такое? Это, может, какой-то сундук показывает. Несколько сундуков. О, тут сундучки какие-то в лесу. Может, их можно взять? А, тут ты. Это то, что я копнул, короче. А, я думал, что-то интересное. Так, ну ладно. Будем знать. Так. Надо найти место, где поселиться, что ли. Вот если на этом пригорке, допустим. Так, это что тут такое блестит? Так, где потерял? Или это просто глюки какие-то? Ну, допустим, ладно. Вот тут чей-то замок вон. Башня, точнее. Пойду туда схожу, что ли. Так. А этот камень можно долбать? Нельзя. Вау. Прикольно. Катится. Так, вон я вижу там дом. Какой-то сломанный. Ладно, потом побежим туда.
Песочек. Так, а это что такое? Вот это, по-моему, медь была. Вот это, наверное, медь. Ну-ка. Ой, да тут вода. А, короче, смотрите. Ха-ха, круто. Типа вода, сквозь землю же она протекает. Правильно? В реальности. Так и тут. Круто. Стоп. Я не все выкопал. Там еще вижу. Тут, наверное, небольшая, неплохая такая жила. Главное не утонуть тут, в этой жиле. Вон там еще сколько. Такс. Давай, давай, копай. В принципе, по сути, эта игра такая же, как Майнкрафт должна быть. Но немножко покруче в плане графики и всего такого. Ладно, надоело мне что-то копать. А то сейчас накопаю, оно мне может и не понадобиться. А, вот тут, кстати, защищенный куб какой-то показывает. Может, не защищенный, может, просто куб. Ну, сейчас попробую подойти. Ага. Чанас Клейм какой-то. Окей. О, вон тут сколько, кстати, меди, смотрите. Вон, вон, вон. Окей. Это неплохо. Так, интересно, вон так гора заселена, нет? Ладно, сейчас вон на ту гору еще забраться. Так, интересно, а под водой есть? Ну-ка, нырнуть как-нибудь можно? А вот, на пробел ныряет. Так, это что там за такие кораллы, что ли? А это что там такое интересное? Так. Что это такое интересное, интересно? Интересно, что это такое интересное? Так, этот дом, интересно, заприваченный? Нет. Может, его можно немножко обжить? Так, вон там вижу заприваченная территория. А это не видно, что было заприваченное. Мне вот интересно, вот это что такое? Что это такое? Ладно, не видно. Ага, запривачено. Пойдемте зайдем внутрь. Может, что-нибудь интересненькое там есть. Блин. Так, где я? Потерялся. Так, что у нас тут есть? Камин, шкафы, книжный. О, кстати, круто, мне нравится. Мне это определенно нравится. Тут что? Так. Понятненько. Прикольный домик. Довольно прикольный домик. Так. Это что такое за растение? Это как?
Его что, нельзя взять? Ну ладно, нельзя так нельзя. О, кстати, золото похоже. Золото — это нужная вещь. Если это золото, конечно. Так, тут такие шахты можно, конечно, нарыть большие-большие. И прикольные. Так, что, все что ли? Ну да, это же золото. Его много. Вряд ли где можно найти. Так, ну я бы, честно говоря, вот тут где-нибудь поселился. Такое вот красивое местечко довольно-таки. Как на Крите на каком-нибудь. Так, а я в чем-то регионе. Ух ты! Это было неожиданно. Ха-ха. Ладно, понятно. Пойду-ка я вон на ту гору, пожалуй. Попробую там поселиться. Где-нибудь на этом... На этих горках. Вау, что это было? Так. Сейчас найдем местечко, где мы будем жить. Наверное, где-нибудь на этой горе. Так, а что вот это за серп такой интересный у меня есть? Для чего он? Наверное, какую-нибудь траву косить. Ладно, посмотрим потом. Так, сейчас доплывем. И посмотрим. О, кстати, там вон что-то есть. Похоже на медь. Может, что-то еще интересное найдем. Ладно, что, посмотрим. Так. Ну-ка, карту. Хочу посмотреть карту. Так, вот тут чей-то регион. Так. О, кто-то вообще вон в море живет. Может, конечно, я создал навесь искусственную. Ну ладно, посмотрим. Так, ладно, поплыли. Так, песочек, песочек. Круто то, что он забирается по всем скалам. Так, вон там вот, наверное, медь. Похоже, это золото, похоже. Ну или что-то в этом роде. Ладно, потом покопаем. Сейчас попробую создать территорию. Claim flag. Settles flag. Так. Сейчас, секундочку. Сейчас заберемся на горочку. Так. И пауза. Так, ну по идее, все правильно. Нужно поставить вот этот флаг где-нибудь так вот, 6. И заприватить регион. Так, ну давайте где-нибудь вот тут вот, наверное, сделаем региончик. Inspire 710. Landmark to refresh the claim and keep. Timer and extend your claim ownership. Confirm claim placement. Complete. Complete. Alex claim welcome. Окей. Так. Давайте что-нибудь теперь тут попробуем создать. Например, вот это. Starter Home Brick Castle Slate Villa.
Send inventory. Так, нет, нельзя. Details. Так, что-то сейчас открывается. Подождем. Так, ну в принципе, да, мне нравится. Props. Так, окей. Place. Так, вот, теперь надо его как-то поставить. Здесь. Сейчас я отойду в угол. Вот сюда. Так, повернемся. И теперь это надо поставить как-то внутри региона. Так, это вверх-вниз колесико мышки. Так, мне бы от него самого немножко отодвинуться. Так, окей. Если у меня вот это здесь... Так, как бы его поставить-то поудобнее? Так. Ладно, сейчас мы попробуем как-нибудь, во-первых, отдалиться от нашего игрока. Так, и отойти вот сюда. Так, теперь. Так, это что такое? А, это инвентарь. Так, а больше тут никаких нету? Нет, вроде бы нету. Но мне больше всех нравится вот этот. Place. Поставим. Так, это надо закрыть. Так, сейчас вот. Так вот. Так. Так, здесь помещается, здесь помещается. Здесь надо чуть-чуть подвинуть. Ну вот так вот, я думаю, поставить. Так, вот, вот так. Во, круто. Так, все, escape, escape. Так, вот мы и домик соорудили. Ха-ха, быстренько. Так, окей, теперь мне нужны земля всякая там. Вот так, так. Так, пикап. Окей. Так. А как можно поставить землю? Так. Окей, ладно, сейчас из инвентаря попробуем взять. Так, это что? Это земля. Да, вот сюда ее поставим. Так, что она не ставится-то? Ладно, а сюда? Тоже не ставится. Так, а как мне... Как мне... Use the site to harvest plant. Ага, вот сеять какую траву всякую, растение нужно косой скашивать. Так, а как мне выбрать... землю вот эту. Так, это что такое? Placement cost. Ладно, это мне пока не надо. Ну вот, давай, ставься как-нибудь. А, ладно, не хочет ставиться. Ладно, разберусь потом. Надо закрыть за собой дверку. Так, что тут у нас есть? У нас тут есть печечка, в которой что можно делать? Это... Так, всякие эти, понятно.
Ага, катстоун. Всякие камушки интересные можно делать. Так, это, как я понимаю, лесопилка всякая. Cut burnet wood. Так, burlet. Striped wood. Крафт. О, круто, крафтится. Use this to harvest a plant. Окей, давайте попробуем сделать. Так, 4. Что нас просят наши это подсказки, которые тут выводятся. Так, непривычное немножко управление. Так, ну давайте какую-нибудь траву срубим, что ли. Так, что не рубишь? Так, наверное, эту просто нельзя срубить траву. А вот эту? О! Отлично. Так. Place a table prop from the prop plate. Left click. Так. Craft cut edge recipe. You can craft. Так. Light stone. Items that create a volume of light around you when consumed. Find recipient's utility section at the forge. Так, окей, понятно. Сейчас попробуем скрафтить. Так. Надо было, конечно, пониже опустить этот дом. Ну ладно. Так, что-то не добавилось по ходу исключения. Эта игра. Чтобы не щелкало это постоянно. Так, а что можно тут сделать? Чест. А, это чест. Круто. Так, инвентарь. Что у нас есть? Attached claim exception. You can place by one additional claim. А, это расширитель, по-моему. О, это какого? Региона. Так, это что такое? А, это кирка. Так, окей. О, кстати, растение какое-то растет. Давайте его скосим. Ну, косись. Не хочет коситься. Ну ладно. Так, ну-ка, 3. 3. Не хочет рубить. Ну ладно, не руби. Раз не хочешь. А, может, нужен топорик получше. Текс. Крафт кат. Так, давайте что-нибудь скрафтим. Так, это не крафт. You can craft. Use the stone recall to teleport home. Craft cut agate. All recipes use refined materials like agate. Craft some at forge using a gate. Это чё? Это workshop. Это что? Это forge, вот. Так, cut gemstone. Crafting creeping hook, weapon, chest armor, head armor, feet, accessory building template. Нет, не то.
и Finding Station. Так, Cut Stone. Нет, не Cut Stone, Smelted Metal. Нет, Cut Gemstone. Вот, Cut Agate. Что здесь можно сделать? Lumisit, вот. Так, нет, это не то. Так, Ether Claim Flag. Крафт. О, их можно крафтить. Утилити. Так, вот. Lightstone. Чем мне тут предлагают скрафтить? Cut Agate. Use the stone of recall to teleport home. Place a table prop from the prop pellet. You can decorate. Так, понятно. Building tool. Ладно. Adventures. Так, ладно. Cut stone. Ой, так, что тут Head Armor? Так, ну нужны, короче, материалы всякие. Окей. Где тут мой инвентарь? Так, вот так вот перекладывается. Давайте вот это переложим. Ага, это нельзя перекладывать. А вот это можно. А вот это можно? Это можно. Вот сюда. Перекладывайся. Перекладывать. Не хочешь перекладываться. Так. Cut Burlet Wood. Так. Stone. Copper. Agate. Так, ну остальное пускай будет у меня. Пока что. Так, пойдемте. Так, а на улице, походу, ночь. Ой, кстати, уже серия довольно-таки долгая. Ну ладно, сейчас еще поиграем чуть-чуть. Так. Cut Agate. A Stone of Recall. Так, а как скрафтить эти, как его? Так. Пластик. Explosive. Ага, это я не могу пока скрафтить. Outfit тоже не могу пока ничего скрафтить. Crafting Station. Workshop. Prop. Right click to place and show off your status as a settler to everyone. Show off. Так. Вон Джут. А, Джут. Помню, он встречался в Майнкрафте, Джут мне. Ладно, тут я ничего не могу скрафтить, похоже. Так, а тут? А, вот это можешь скрафтить. Watch. Так. А, как мне его одеть? Вот это. Так, нет его. Куда же его надо-то? Ну-ка, может, правая кнопка мыши? Нет. Так. Окей, как его одеть? Куда его дел? Так, инвентарь. Так. Ну-ка, 7. 7. Armor destroyed. Что это значит? 7.
Может, надо зажать? Ну-ка. Что это за полосочка тут бежит? Ну ладно. Короче, пока фиг с ним. Разберемся потом. Ну-ка, 7. А, вот, заполняется. Так. Ну все, тогда пускай. 1, 2. Так. Надо что-нибудь сделать. Катстоун, смелтит металл, кат кемстоун, люмисит. Паудер, повлерайзер, хенд армор, фит, аксессуары. Так, ладно, аксессуары пока скроем. Это пока скроем. Weapon, это оружие всяческое. Ладно, хенд армор, фит, аксессуары, refining station. All separating rare stone и металл. Перерабатывающая станция Separating выбирает редкие камни, металлы или драгоценные камни из обычных материалов, таких как земля, песок, камень, снег или лед. Прикольно. Только Smelted Solus, короче, для нее еще всякой фигни надо, чтобы ее сделать. Так, как мне сделать хотя бы что-нибудь? Ладно, мне нужно сделать... Так. Ну-ка, вот это, кстати, как крафтится? О, она круто крафтится. Так, мне надо сделать что-нибудь. Accessory Building Template. Так, Crafting Station. Refining Station. Это не надо пока что. Так, закрываем. Закрываем. Cut Gemstone. Smelted Metal. Это не то. Где я нашел это? Feral Sense. Physical Sense. О, опять собака залаяла. Надеюсь, вам не очень слышно ее будет. Так, Lightstone. А мне нужно что? Craft Lightstone. Мне нужно скрафтить. Кат агат. Мне нужен кат агат. У меня сколько агата, интересно? У меня он в сундуке, если не ошибаюсь. Агат. Вот, давайте его возьмем. Так, инвентарь. Так, а как взять, например, вот половину? Эй, куда он делся? Так, я что-то не понял. Куда он делся? Не понял. А, вот он. Ну окей. Так, давайте сделаем катагат. Так. Катстоун. Так, это не то. Кат гемстоун. Кат агат. Watch. Крафт. Ага. Он сколько мне? Крафт как кат агат. Крафтинг лайтстоун. Окей. Так, давайте сделаем. Так, где тут? Так, это где я ее видел там? Так, люмисит. Утилити. Вот, да, лайтстоун. Крафт. О, отлично. Лайтстоун мы сделали. Так, хорошо. Теперь его можно, наверное, использовать. Давайте его поставим сюда. Так.
8. О, круто. Вокруг меня все светится. Удобно. А, он, кстати, расходуется. Это не круто. Ну ладно. Не криминально. Так, окей. Давайте где-нибудь попробуем что-нибудь добыть. Так, где-то я тут видел ресурсы всяческие. На склоне горы. По-моему, вот здесь вот. Так, нет, не здесь. Где-то тут. Значит. Или ниже. Наверное, ниже. Так, да, вот тут вижу, вот они. Те залежи, которые я видел. Так, это что у нас? Так, что это? Так, вот что-то я замолчал, короче. Ну, конечно же, заметили. Ну, наверное, это медь. Ну-ка, сейчас инвентарь. Че я хоть копаю-то? Медь, наверное. Интересно, тут умеют шахты вваливаться? Да, кстати, интересно. Камень вокруг, да? Скала из камня. А этот... А внутри песок. Как-то странно это. Ну, что-то еще нашел. Или это просто песок? Так, что тут у нас? Прикольно так копаться. Окей, тут что-то еще где-то было. Вот это что у нас? Это похоже на вот этот как-то лаймстоун, это что там? Агат. Так, сейчас посмотрим. Агат, да, точно. Накопаем агату, чё? Плохо, что ли? Ух ты. Как я свалился. Так, вот тут что-то ещё есть. Вот это что такое? Просто песок, наверное. Так, а вот это что такое? Вот это, наверное, опять этот Glowstone, или как его назвать. Так.
Так, вот тут еще вижу. Это уже медь, похоже. Давайте выкопаем. Да, точно, это медь. Копаем. Сейчас попробуем что-нибудь из меди замутить. Так, вон там сколько еще меди. Так. Такое ощущение, что я один тут играю на этом сервере. Хотя здания всякие есть. Это что такое? Вон там, кстати, сколько ресурсов. Хорошо, так. Что такое Stone of Recall? И где его взять? Надо будет разобраться. О, кстати, еще что-то есть. Медь. Что же еще-то? Да, будем, что ж делать-то. Так. Давай. О, у него башка, короче, застрял. Ну ладно, это еще же бета-версия только. Ну, правда, релиз уже вроде бы написано. А там фиг знает. Ладно, хорош копаться. Погнали. Куда-нибудь. Так, тут он не может забраться. Забирайся, давай как-нибудь. Так, интересно, а лестницы тут какие-то можно сделать? О, кстати, это что такое? Наверное, опять этот светящийся камень. Ну ладно, хватит. О, медь. Так, вот тут что-то еще видно. Так, сейчас. О, кстати, а вон там вот что такое светится интересное. Надо будет сходить туда. Так, скосим травы пока. Это что такое? Так, ну-ка, один. Так, ну-ка, сейчас мы откроем инвентарь и посмотрим, что нам добавляется. Ага, это вот этот опять. Агат. Так, это медь. Да тут куча всяких руд. Смотрите, медь опять. Это агат, похоже. Ага, агат. Так, вон там что-то интересненькое. Ну, может быть, тоже какой-нибудь агат или медь. Так что надо будет сходить посмотреть потом. Так, а пока... Ну-ка. Так. Б. Ага. Понятно, это магазин.
Так, нет, мне нужен не магазин. А это что такое? А, гильдия, инвентарь. Инвентарь, кстати, на I. Social Media, Claim Management, Gallery. Options. Окей. Так. Заходим домой. Так, так, так. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Place a table prop from the prop palette. Так, а как его сделать? Ну-ка. Potion, explosive outfit, crafting station, prop decoration. Cut wood, wood textures, infusion. Так, это не то. Plastic тоже не то. Ocean тоже не то. Explosive outfit тоже не то. Crafting station. Короче, что-то не то все. Place a table prop from the prop palette. Prop palette. Что это такое prop palette? Где оно находится? Building tips. Crafting resources. Place study guide. Окей, так. Угу. Так, ну-ка, тут что? Pick, weapon, chest, head, feet, accessory, crafting station, refinement station, building template, starter, building template. Так. Vals, home, modern, adopt. Крафт. Ну-ка. Так, нет, тоже не то. Так, вот тут вот. Ничем. Так, notification. Это понятно. Это ничем. Так, use stone of recall. Stone of recall. Stone of recall. Place a table from the prop palette. Что такое? А, game setting. Ладно. К следующей серии я разберусь, вот что такое и где это находится. И в следующей серии мы уже, наверное, что-нибудь будем делать интересненькое. Ну или нет. Посмотрим, в общем. В общем, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Все, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо, всем пока.